Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Долгоносик – это враг клубники номер один. В первую очередь фактором риска являются старые или загущенные ягодные плантации. Если на грядке поселились долгоносики, урожай земляники может сократиться на 50-80%. Я каждый год применяю инсектициды до цветения, примерно с 10 по 20 мая, в зависимости от погоды. Раньше долгоносика было мало и в принципе помогали народные средства. Но случилось несколько лет назад, когда долгоносик уничтожил процентов 80 моей ягоды. Было очень обидно, поэтому теперь только химия. Но не волнуйтесь, на ягодах это никак не отразится. Итак, перед цветением лучше всего опрыскивать клубнику интавиром, искрой или карбофосом. Это, по моему мнению, три самых мощных препарата от клубничного поедателя. Но учтите, что если цветение уже началось, опрыскивать этими средствами нельзя. В этом случае неплохо работает горчичный порошок, пищевая сода и борная кислота. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!